Ну а всех белорусских красавиц я жду сегодня с 11 часов в Национальной школе красоты на кастинге «Мисс Беларусь 2018». Я уже выезжаю. Увидимся. Мы тут. Рита. Даша. Вот такая у нас сегодня компания. Анастасия, добрый день. Анастасия худеет. Так, что у вас тут? Подождите. Все понятно. Привет, любимый. Привет. Конечно. Ой, ну куда мы идем? В фотостудию «Молоко». Что мы там будем делать? Кого мы там встретим? Катю Кобу. О, еще саладуху. Ой, да ладно, а еще. Задача на сегодняшний день – выбор обоев, чем вы занимаетесь в воскресенье. Какой красивый закат! Вообще осень радует какими-то невероятными пейзажами в этом году. Это просто магия. Всем привет и хорошего дня. Катерина сегодня перемещается на внедорожнике, потому что сегодня у нас тест-драйв Kia Sportage. Такой вместительный жук. Креативу. Да. Ну, давай задом поворачивайся. А покойся, да? Не надо покойся, там все понятно. Просто за шнуровочку показать и все. Можно. Так что, в итоге садимся, да? Дождалась своего любимого мастера Женечку из отпуска. Теперь реснички на месте. Кстати, именно у нее я делала татуаж губ. Скоро будем обновлять. Но вам я желаю хорошего дня. Будьте самыми красивыми.